Как вы уже поняли из названия, компания Apple сошла с ума. Ведь еще несколько дней назад вышла iOS 13.1.1, а уже вчера вышла iOS 13.1.2. В данном обновлении нету новых функций, но есть очень главное. Это улучшение вашего девайса. Это касается и аккумулятора. Особенно ощутимо лично для меня это было на iPad Pro 10,5 дюйма. Устройство уже несколько лет, и, разумеется, аккумулятор там не в идеальной форме. А с iOS 13.1.1 он стал вообще разряжаться моментально. Чего нельзя сказать про данное обновление 13.1.2. И еще хочу сказать, если у кого-то из вас iPhone SE или позднее, там 6S, 7, 8, iOS 13 ведет себя нормально. Не считая про аккумулятор, я имею в виду про какие-то глюки и тормоза устройства. Я установил на второй телефон SE iOS 13, уже 13.1.2. Все летает, все нормально, с аккумулятором проблем, ну, я не вижу. Так что к установке рекомендую. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.